Погодка шикарная. Всех приветствую, ребята. Выгляжу, наверное, не очень важно. Не выспался. Спал 3 часа всего лишь сегодня. Всю ночь видео монтировал вчерашнюю рыбалку. И сегодня с утра выдвинулся в старое урочище. Проехал уже 25 километров по хорошей дороге, 5 километров по плохой. И еще где-то километров 5 осталось. Я не знаю, там до самого урочища доедем, нет. Может, пешком придется идти. Посмотрим, что там осталось от него. Металлокопом позанимаемся, отдохнем на природе, погуляете со мной, короче, буду сейчас дорога включаться где-то, если интересные какие-то места будут. Всем приятного просмотра, друзья, я погнал. Вот столичка, удалось чаги набыть еще. Ребята, начало есть. Я по монетам не копаю, так просто наобум решил. Здесь мимо проезжал, смотрю, какой-то бугорок такой интересный, думаю, копну. Ну, похожу с металлоискателем. Походил какой-то сигнал цветной. Думаю, да ладно, первый сигнал выкопаю. Думал, какая-нибудь опять проволоченка. Выкопал, и монета оказалась. Выпало 20 копеек 1961 года. Нифига себе. Хоть и не копаю монетки, но все равно приятно. Вот здесь вот на бугорочке она была. Ну ладно, еще посмотрю тут. Я думал, уже тут на монеты все перекопано. На 10 раз. Ну это я в первой деревне еще. Проезжаю мимо ее. Обалдеть. Девчонки, в прошлый раз я вам дарил букетик, а в этот раз целую поляну. Вот поэтому я монетные сигналы особо не копаю, потому что он монеты, ну это простой металлоискатель, не для монет. Вот, но обычная фольга звучит тоже так же, как и монеты. О-хо. Да. В два обхвата. Видели когда-нибудь такие? Тут в диаметр 1-2 метра, если ее обхватить, наверное. Вот избу из такой построить. Вот это было бы. Да, все на века. Обалдеть. Попьем чаечку с медом и продолжим. Там в том районе походил больше, никаких сигналов интересных нету. Выбрался на дорогу, вроде хорошая дорога, в ту сторону того урочища. Сейчас вдоль дороги еще пойду посмотрю и потом уже до самого урочища поеду. Примета комрадов работает. Монетку сначала самого находишь и все, потом сигналов нету. Спрашивали, как я вывожу металл, который нахожу. На нем и вывожу.
Я 65 килограмм вешу. Ну, полтишок в него гружу. Он нормально едет. У него грузоподъемность 120 килограмм. Довожу до туда, где можем подъехать машиной. Там в кучку складываю, прячу. И потом машины вывожу уже. А в прошлом году, когда не было мопеда, на горбу вытаскивали. Вот с УЖД в мешок нагрузил и попер. 2 километра в трассу вытаскивали. 100 килограмм потихоньку. Такой металл, конечно, тяжело дается. Да, кстати, вот сейчас через сегодня, так, раз, два, три, через 2 дня уезжаем родственниками к брату в армию, съездим, его навестим на 4 дня. И потом, когда вернусь, уже поедем в экспедицию на старую УЖД. Вот там металл есть. Дороги, конечно, нету, там будет как-нибудь пробиваться. Поедем на несколько дней, будем жить там. Не знаю, какой-нибудь шалаш, может, сделаем. Может, палатку заеду, заберу в лагере. И вот там, не знаю, сколько дней будем жить, копать. Та, на той уже да и есть металл. Также там вырубки есть. Это еще когда военнопленные были. Там рубили лес. Загрузилось. 20 копеек, 61 года. 56 рублей стоит. Ну, конечно, в моем состоянии она никому не нужна. Серебряную или золотую монету бы найти. Чем мне эти железки СССРовские ничего не стоят. Блин, эти клещи везде ползают. Хорошо, что я подстригся. Они сейчас соскальзывают с лысины. Все, обеденный перерыв. Килограмм 10 набрал. Прошел очень много. Время 3 часа. Сейчас пообедаю и поеду уже до урочища. Похожу там оставшиеся полдня. Здесь что-то уже собрано, видать, все. Так-то вроде ямок не видно, не копано. Ну, видать, давно уже собрано. Уже и ямок даже не осталось. Всем приятного аппетита. Ноги что-то у меня быстро уставать начали. Полдня походил, все уже, ноги отстегиваются. Сейчас покушаю, полежу, отдохну, наверное, часок, полчасика, подремлю, потом легче ходить. Еду в то урочище. Тут по дороге увидел. Такая железячка. Рисара.
прибрячем. Ничего себе. Даже не знал, что здесь кладбище есть. От этих деревень, может, осталось еще две могилки, три, четыре. Посмотрим, какого года. Вот тут свежая даже табличка. Бодунова Любовь Ивановна. В 1948 умерла, умер. Лобанов. Иванович. Два человека здесь. На ней написано какого года. Вот так вроде больше не видно могилок. Да. Деревенька эта перепахана. Похожу сейчас вот здесь вот. Есть признаки, будут нет попадаться жизни. Та первая деревенька хорошо по костам. Здесь грязище. Видали размерчик? Сувель. Обалдеть, первый раз такой здоровенный вижу. Из такого можно ванну целую сделать. Да не, его вот так вдоль бы нарезать. Прикольная столешница из слабы получили на столике журнальный. Красавец, сколько ж тебе лет-то? Сейчас подкрадусь к журавлям, сниму вам, если не улетят. Сегодня уже два раза пытался снять, все время улетали. Эх, и в этот раз тоже. Блин. О, вот здесь вот сейчас похожу. Местечко чистое. Проволоченка. Да ну нахер эти монеты копать. Все проволоченки все перекапывать. Это уже какой-то цвет мят попался. Тяжеленько. Килограмм. Килограмм. Грамм 300. Латунь. Наверное. Да. Кто ее схрумкал? Вороны, что ли, какие-то притащили откуда-то. Козлика схрумкали. Может, помер где-нибудь. Вороны растаскали. Здесь, видать, располагались какие-то постройки, сараи, может, с барахлом. И попадается очень много металла. Здесь уже засыпалось. А, вот оно. Видно, нет там. Вот здесь уголок
идет туда, в ту сторону. Так, потом передвигаемся сюда. Здесь кольцо какое-то железное. Проблема в том, что здесь все в корнях. Вот так вот переплетено. Видели, я, наверное, долбил там. Эту ямку я долбил полчаса. Здесь тоже какая-то железка. Здесь все в сигналах. Металла здесь много. Единственное то, что его хрен достанешь. Достать можно, но больше ухайдакаешься. Удалось достать только вот эту вот латунную или бронзовую детальку. И вот такой вот кусок железа. Больше ухайдакался. Да уж. Не везет мне в урочищах этих. Короче, приеду потом и поеду лучше на УЖД копать печенюшки. Рельс там, не знаю, есть, нет. Мы с километра, сколько, 3, наверное, прошли. Ни одной рельсинки не попадалось. Ну, хотя мы по лесу особо не ходили. По самой уже дошли, копали эти печенюшки, подкладки, запчасти от тепловозов. Поговариваю, что даже депо там было где-то. Также тракторные стоянки по-любому есть. До деревни Лесорубово было добраться. Сейчас там, ну, по-любому мне не доехать, там болото везде. Ладно, попью чаечку сейчас. Какие вот дела. Ну вот такой вот бомжикоп у нас в этот раз опять получился. 30 километров дороги из одной монетки. 30 километров в одну сторону. 30 сейчас еще обратно. Так его видео и назову. 30 километров дороги из одной монетки. Спасибо, что составили компанию. Единственное, чаги хоть набрал еще. Еще килограммчик, наверное. Так потихоньку за лето накопится на зиму. Ладно, всем счастья, здоровья. До новых встреч. Сейчас скоро вернусь. Когда видео смотрите, я, наверное, уже собираюсь там в обратную дорогу. И уже увидимся. Где-нибудь увидимся. Ой, блин, устал капец. Ладно, друзья, всем счастливо.